детства на всю жизнь мой город внушил мне простую прекрасную мысль. Нет хороших и плохих народов, великих и малых, честных и лживых, умных и глупых, добрых и злых. Нет высших и низших рас. Народ – это люди, человеки. Мы все равны перед Создателем. И каждому из нас он отмеряет свой кусок хлеба. Леонид Коваль. Сегодня ваша надежда – это я. И это не шутка. Пока ваша любимая ведущая загорает на Южном берегу, с вами я, Михаил Серков. Будем знакомы. И благодаря силе телевидения у нас есть возможность узнать много нового и интересного про наш замечательный город. Вот, к примеру, дары осени. Где и по каким ценам можно сделать заготовки на зиму? Мы уже готовы вам сообщить. Яблочки бобруйские по 3000, помидоры по 10, картошечка тоже наша бобруйская от 3000 за килограмм. А красивая, глаз не отвести. Новый сорт, рассказывают производители. Картофель моли, хорошего качества, крахмалистая очень, чистая, проволочника нету. Как давно вы в хозяйстве такое выращиваете? Выращиваем мы, наверное, второй год ее только. Да. И цена невысокая? И цена невысокая, 3000 за килограмм. В Бобруйске начались традиционные осенние ярмарки. Товар городским покупателям привезли как сельхозпредприятия, так и фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Им здесь особенно выгодно торговать. Не нужно платить за аренду торгового места. Если бы мне был в плюсе, зачем бы я работал на этом? Допустим, я уже 10 лет работаю. Может, даже немножко больше. Ну, понимаете, по отношению к чему-то, как сказал мой один знакомый, в мире голодающих больше, чем производящих. Фрукты, овощи по приятным ценам можно приобрести недалеко от дома. Ярмарочную торговлю организовали на Чангарской, Ковзана, Строителей, Горелика и на Березинском бульваре. Пока покупатели не спешат брать много. Для заготовок на зиму рановато, да и время еще есть. Ярмарки продлятся до 15 ноября. Большим спросом пользуются у нас, скорее всего, вот огурцы. У меня быстро прошли. Морковка, лук. Лук хорошо идет. 38 тысяч тонн картофеля вырастили в этом году сельхозпредприятия Бобруйщины. Поэтому без второго хлеба нынешней зимой не останется ни одна бобруйская семья. Между прочим, в 1909 году в Вильно был издан путеводитель по Литве и Беларуси. Его автор Ровба описал историю Бобруйска и привел свои интересные наблюдения. Так исследователь подчеркнул, что результатом перенесения города на новое место из-за строительства и расширения крепости является то, что Бобруйск теперь выглядит как типичный американский город, имеет длинные, вытянутые и широкие улицы. Город Бобруйск строится. 18-этажный дом на пересечении улицы Шина и проспекта Строителей – новая достопримечательность нашего города. Жильцы еще не заселились, но новый жилой дом уже осмотрели наши журналисты, а заодно и город с высоты птичьего полета. Дом по улице Строителей видно издалека. Высота около 65 метров. Выше его над городом только труба местной ТЭЦ, более 100 метров. А какие виды Бобруйска открываются с 18 этажа? Председатель жилищного кооператива Сергей Мельников рассказывает, что почти все жильцы хотели вытянуть этаж повыше. Ведь в квартирах верхних этажей 12-метровые лоджии, которые не уступают смотровым площадкам Останкинской телебашни. Нестандартная планировка оценивается объективно. По пятибалльной шкале то 4 с плюсом. Это было бы более актуально. Почему? Потому что трехкомнатная квартира очень хорошая, они просторные, большие, комнаты большие. Однокомнатные квартиры, ну, как они рассчитаны, в принципе, на двух человек, они немного поменьше. Проект дома отечественный, разработан гомельскими архитекторами. На строительстве дома работало около 100 человек. Одних только дверей установлено более 1000 и около 300 окон. Это первый 18-этажный дом, хотя у нас уже мы построили 6 14-этажных домов. В принципе, особенность, ну, это современное строительство, современный монолит, кирпич, как называется. Так это наша постоянная работа. Кстати, в планах у бобруйчан и вторая 18-этажка на противоположной стороне проспекта Строителей.
Что же еще планируют построить в Бобруйске в обозримом будущем? На пересечении улицы Минской и проспекта Георгиевского через дорогу от этажирки планируется строительство ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» на 120 посадочных мест. Уже есть проект строительства торгового центра «Ома» по улице Минской. В лесопосадке на пересечении улицы Шинной и проспекта Строителей будет строиться магазин «Алми». А вот информацию о том, что у нас скоро появится свой «Макдоналдс», в Управлении строительства и архитектуры опровергли. Так что будем вести здоровый образ жизни и расти не в ширину, а в высоту, дорогие земляки. Два кота, 9 велосипедов и 5 холодильников, и 23 детские фотографии на родословном древе. Так живет бобруйская семья Солодких. Борщи варят десятками литров, в грибы ездят целым отрядом и фильмы смотрят, как в кинотеатре, в три ряда. Но царит здесь любовь и покой. Нам тоже, если честно, из гостей уходить не хотелось. Красная изба пирогами. Младшие девочки накрывают на стол. Печенье в семье Натальи и Игоря Солодких расходится килограммами. Пятеро своих, трое из которых взрослые, и 8 приемных ребят. В детском доме семейного типа живут дружно. Здесь, конечно, не все еще дети, но стараемся так, чтобы оно цвело у нас. С 2003 года, когда в семье Солодких появился первый приемный мальчик, здесь нашли родной дом ни много ни мало 23 ребенка. Многие выросли, уже живут самостоятельно. Прибывают и новенькие, например, одногодки Павлики. Они уже пошли в первый класс. Ребята не ссорятся и не дерутся. Есть у каждого свои обязанности. Уборка, уроки, уход за живностью, попугаем Кешей, хомяком Хомой и 2 котами. Лиза пишет стихи. В блакитном небе высоко-высоко Короходы водят белые облаки. А Катя занимается гимнастикой. Аплодирует ей вся семья. Кто не может больше? Самая крутая. Ух ты! В новый дом переехали недавно из многоэтажки. До сих пор не нарадуются. Есть где развернуться, покататься на велосипедах. Нашлось место даже для отдельной библиотеки и музея. Вот он съездил с этим сундучком в Америку. Денег, правда, там немного заработал на заводах Форда и приехал назад. Вот безмен вот за вами. Смотрите, сзади маленький. Тоже ага. Еще времен польских. Там все в фунтах. Не в килограммах и граммах, как у нас. Вот. Там все в фунтах. Можно в фунтах взвешивать. Можно в фунтах, да. Вот интересная вещь. Видите? Повернут. Нет. Это когда раньше делали соломяные крыши. Вот этим вот приглаживали солому, чтобы она точно ложилась в рядки. Наталья Всеволодовна награждена орденом матери и званием женщина года. 4 деток у нас в прошлом году закончили школу, поступили. Медицинские поступила Эльвира, Юля педагогические иностранные языки, Дима экономический программист у нас будущий, вчера только уехал, и Сережа будущий газоэлектросварщик. Действительно, ее жизнь – ежедневный маленький подвиг для детей, своих и приемных. И каждый из ребят остается в семье, не отрывается от родного дома. А это, наверное, главное. Это и есть простое человеческое счастье. Спорт как стиль жизни. В Бобруйске к этому вопросу подходят со всей ответственностью. Теперь к занятиям физической культурой можно приобщиться прямо на улице, по пути на работу.
Знакомьтесь, новый старый вид спорта появился в нашем городе. Кто постарше, может это сравнить с уличными турниками, что стояли в каждом советском дворе. Но те, кто рожден в новом веке, говорит странное слово «workout». В переводе на наш язык дословно это звучит как «занятие на улице». Workout – разновидность массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных гимнастических упражнений на специально оборудованных уличных спортплощадках. Такая первая в области появилась в Бобруйске к открытию учебного года и сразу же была оккупирована местной молодежью. Ну, спорт – это намного интереснее, чем курить, пить. И мы всем говорим, чтобы занимались спортом, поддерживали здоровый образ жизни. Мне кажется, это отличная идея просто сделать в Бобруйске такую площадку, потому что, мне кажется, много парней хотят заниматься, ну, воркаутом, очень много, насколько я знаю. И им девушки будет теперь, девушки тоже, им будет теперь возможность заниматься бесплатно, не в спортзал ходить, а на площадке. Воркаут-площадка в Бобруйске – это одно из проявлений популяризации здорового образа жизни не через лозунги, а делом. Ставить тренажеры на улицах города – вещь популярна во многих странах мира. Здоровая мода пришла и к нам. Говорят, повисеть на перекладинах сюда приходят даже ночью. А значит, организаторы идеи поставить площадку угадали с модным течением и, возможно, первое в этом районе лишь начало массового воркаут-движения в городе. Тем более, брать пример есть кого. Профессионалы-воркаутеры в Бобруйске уже есть и успешно выступают в чемпионате страны. Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. От шансона до водевиля, от осенней ярмарки до эксклюзивной фотовыставки. Этот сентябрь богат на события. Не упустите возможность посетить все городские мероприятия. А ваш главный эксперт по интересному отдыху – наша рубрика «Афиша». Хорошее рано или поздно заканчивается, и наша передача не исключение. Мы отправляемся готовить для вас новые интересные сюжеты о нашем любимом Бобруйске. А вы следите за телевизионной программой. Всем пока!